Всем привет, с вами Лиза и питомцы. Сегодня мы приехали в зоопарк и будем снимать влог. Лиза и питомцы. Пойдем посмотрим, тут есть план. План зоопарка. Птицы водоплавающие. О, пасека есть, пчелы. Ты не боишься? Боюсь. Мы не будем туда ходить тогда, или издалека посмотрим. О, ламы, козлики, корм. О, значит, тут можно кормить. О, тигр. Обезьянка, я увидел. Волк. И слон? Вон на самом верху. Неужели тут есть слон? У нас тут рядом слон жил, а мы не знали. Смотри, змеюки. Ну все, пошли на кассу. А еще тут есть вот такой миньон. Без рук. Все так оформлено красиво. Собака и заяц. Заяц с балалайкой, а собака с гармошкой. Что, вода там есть? Нет. Ух ты, такой вид. Ага. Сверху. Ой, я вижу динозавра. Да, динозавр. Сказка «Рыбаки и рыбки». Золотая рыбка. Загадывай желание, Лизуха. Не, не загадывай, ты будешь как та бабка. Корм будем брать? Конечно, корм. Корм для животных 150 рублей. Иди бери, дочь. А кого кормить? Козлики, олени, мишка, кролики. Спасибо. Мишка. Вот мы и зашли к тебе. Ну, привет. Ой, такой тоже красивый. Пятнышки у него. Давай. Захрустел. Кабачок. У него рожки такие махонькие. Такие копыта, ага. Папа, он тебя не хочет. Ты ему ничего не даешь. А дай я дам, попробуй кусочек. На тебе морковочку. Ой, так аккуратно взял. Или взяла. А деток нет? Не видно? О, смотри, вот тут динозавр кого-то съел. Это как Юрский парк. Какой красавец. Ух, такие рога, не тяжело ему их таскать. Да. Невеста? Ну что ты девочку не кормишь? Ой, у меня что-то с носиком. Вот красавец какой. Так охота потрогать рог. Бархатный. Ага, бархатный. Давай, ничего. Хрумтит. Прикольный, да? Ага. А вон там козыки, скажу, все кормят оленей, нам никто ничего не дает. Осторожно, звери кусаются. Потому вам никто ничего не дает, вы кусаетесь. Ну, вон там куски вам лежат. Ну, тогда я попробую, вот можно такую капусту. Эти даже не подходят. Ну ладно, еще один кусочек капустки. У них даже двойной забор. От кого? От козлов надо отгораживаться. О, там эти. О, бараны. Коза камерунская. Камерунская? Ага. Ой, у нее такая причесон. Ой, модная. Коза модная. О, сколько вас тут. Я боюсь. Боишься? Не туда через сот не засовываю, они будут высовывать, им давай. Да, вот так вот давай присядь. Вот так. Ну а тому с причесоном. Ух! Ух, какой еще идет. Братцы, нам на вас на всех не хватит. О! А можно вот так просто кинуть через верх. Во. Давай вот этому. Ой.
Вот так. И этот козлик. Быстрее, быстрее. Вот, молодцы. Все, пойдем. Тут слишком много козлов. Там еще бараны. Бараны. Погромче говори. А лошадка. Там... Да. Вот. Верблюд. Верблюд? Да, давай сначала лошадку покормим. Тоже он кусается, написано. Ну, аккуратно ты. Поближе. Вот так. Дотянешься? Давай, 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 давай. Вот. А! Ну ничего, главное его стороне. Ну, просто так кинь, перекинь, он найдет, наверное. Хоп. Морковка. А что за конник? Нигде ничего не написано. Большие у них тут территории. Ага, это лошадь Пржевальского, оказывается. Двугорбый верблюд. Як домашний. Як домашний. Лошадь весит 300 килограмм, а верблюд 650 или даже 800. Ого. Ой, их тут два. Мама. Лошадка. Что вы мимо идете, не даете кушать? Во. А, вот он як. Ой, он такой красивый, у него хвост пушистый. А, смотри, как тянется. Светленький и темненький. Пумс. Ой, а там страус. Вон там. А, страус два. Ох, красивый. У него такой, такие маленькие ушки. Ну, брось беленькому что-нибудь. Надо. Ничего вы не... И страус, страус, страус эму. Ой, какой тоже красивый. И перья такие красивые. Наверное, ты не сможешь. Ой, какие звуки. Улыбаюсь. Он такой не ест. Почему-то он один. Зебра. Ух ты, у нас зебра. В Курской области? Нет, это Белгородская. Ух ты, зебры. И курочки. Их нельзя кормить. Ох. Только они какие-то не белые, черные. Рыже-черные. Ага, и это они не испачкались, они такие и есть. Красивенькие. Саванная зебра. Саванная? Ага. Из Африки все равно. А вон курочка гуляет. Лютоволк. Какие они большие, да, Лизуха? Туда-сюда ходят. Почему-то хищники все ходят туда-сюда. У них маленькие, да, маленькие территории. У копытных такие огромные, да, у вас такие маленькие. У них ноги такие высокие. Настоящие лютоволки, да? Да, да. Морские свинки и попугайчики. Морские свинки. Ой, снизу морские свинки. И попугайчики сверху. Три, вижу. Ну, они, наверное, только летом здесь, я надеюсь. Свинки такие, столько много. Детеныши. Поменьше. Ну, они такие большие и маленькие. Валяется. Ой, ой, вот этот как панда, смотри, из домика выглядывал только что. Сейчас он повернется. Ой, пандочка. Резкость плавает. Слышно, как... Ой, это попугайчики. И кто? Ой, я не могу! Какие смешнючие!
Жёстенько, аккуратно. Ой! Ой, такие! На солнышке. Милахи. Ой, полосатики. Лапки такие. Ой, они разговаривают. Какие хорошенькие. Ой, как они мило разговаривают. Прикольные какие. Ой, это мамка, походу. Нет, не мамка, может и пацан. Сидит. У нас так Вики сидеть любит в такой позе. Ага, Вики сурикатик. Какой? Спряталась. Кажется, какой-то он сверху типа как худенький, а снизу прям толстенький. Да, в живот. И клыки торчат. Клыки? Правда, у них есть клыки. Ну да, они же хищные. Кто там, папа? Монстр. Монстр? Ух ты, здорово, чувак. Что-то я не пойму, тебя видно в камеру? Луи. Ну, в Маугли был Луи. Сидит один. Нет, там еще вообще. Еще спускается. Привет. Ой, губки тянет. Ой, воображулька. Пальчики такие. Грустно вам тут, да? Обыкновенный шимпанзе. Я думала, они поменьше, они такие огромные. Ничего вам нельзя дать. Ой, у него, смотри, ноги, капец, прям как руки. Ой, ужас какой-то там сзади. Тигр, тигр, тигр там. Ух ты. Вообще, балдежник. Как наш компот. На солнце. Ходит. Спит точно как Шерхан из мультика. Мы сказали, как компот. Ходит, ходит, ходит. Хвост. Ну, у них большой, хоть вольер, да? Там как будто еще какой-то сзади хищник. А теперь медведи. Ух ты. Какой-то интересный медведь. Белогрудый? Да. Там еще медведь. А там бурый, наверное, да. Ну покажись, белогрудый. Ой, какой смешной! Ой, вот это у тебя шкура! Как будто хомяк, щеки такие. Купался, что ли? Мы все пропустили, Лизуха. Этот ходит мокрый, проветривается, а тот спишь. Сухой, да, в тенечке. У них не только грудь белая, у них еще на подбородке пятнышко белое. Иди покупайся. Кто-то ему яблоко бросил. А что, их можно кормить? Ой, ну красивый ты, красивый. На панду похож, правда? Прям голова панды. Если его побрить, перекрасить. Хотя, может, панда тоже такая пушистая. Иди покупайся. Ох, ну у тебя вообще шевелюра. Наверное, можно на Северном полюсе жить. О, а это кто, Лизуха? Ой, как он делает головой. Ноги косолапые. Опять сюда идет. Красавец. Ой, так сидит, а три ноги какие у него. Сиди, стой, как сиди. Опа! Не может достать. Он молодец, двигает лапой.
пятки такие. Опа. Далековато бросил. Мишка ест капусту. Вегетарианец. Вегетарианец, да. Там ремонт, а тут... Кто там? Лев. Ой, правда, лев какой-то маленький. Ну да, лев должен быть меньше тигра. Зато смотри, какое колесо ободранное. Вот это он поигрался. Спит, балдеет. Тоже у него шевелюра. И бассейн у него есть. Лизунька, иди посмотрись в это зеркало. Ближе подходи. Лизуха. О, прикол. Такая смешная. Тоже здесь у нас. Ой, какой красивый. Ты такой красивый. Он просит. Такие реснички. Ой, красавец. Как будто голубой у него окрас кожи. Вот это язык. Ты не боишься? Да, не боишься. Сам боится. Такой язычище. Какие у него глаза. Сколько в нем метров? Он один тут, что ли? Ух, вот наш папа. Не маленький папа совсем. И вот журав. Он такой красивый, я не могу, он такой симпатичный, мордочка. Глазюки такие у тебя. О, да. Он как будто не может свой язык во рту уложить. Это девочка. У нее есть вымя. Да, я все узнала про тебя. Красотка. Лохматые такие рожки. Сама не лохматая, а рожки лохматые. Да. Он проснулся. Ой, красавец какой. Красавец. А там на крыше еще. А, точно! И на крыше лапы. Да, интересно, наверное, подружка, может еще один мальчик. Царь зверей. Ребята, если вам понравилось в зоопарке, как и мне, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всем пока! Пока! Беки! Какая ты пушистая! Сказал пока!